Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем праздничном выпуске мы будем вскрывать подарок на Новый год, на 1 января 2015 года. С наступившим, кстати, всех. Вот этот вот замечательный подарочек. Через дырочку, которую сделала моя младшая дочь, видно, что это чехол для айфона. И не просто чехол, а фирменный обочный чехол. Кожаный. Для 6 плюса куплен он в подарок, куплен, неважно где он куплен, потому что так, теперь мы попытаемся как-то это все дело вскрыть с какой-то стороны. Так вот, чехол делает, собственно говоря, сама фирма Apple. Утверждается, что он имеет отличную защиту со всех сторон и очень элегантный внешний вид. Вау. Сейчас мы в этом сами убедимся. В этом. Коробочка красивая, китайская, настоящая. И вот он, собственно говоря, вуаля, сам чехол. Чехол на самом деле кайфовый на ощупь. Доступ имеется ко всем кнопочкам, к камере, понятное дело, к датчикам, сенсорам. Снизу вот такая вот штучка, которая позволяет все-таки по нему разговаривать. Внутри он мягенький на ощупь. Так, возьмем телефон, который мы в предыдущем видео распаковывали, и вставим в этот самый чехол. Опа, опа. И телефон решил включиться в момент вставления в чехол. Вау! Чехол на самом деле кайфовый. Стоит он прям тоже кайфово. Если покупать его за рубли. Да, если за доллары покупать, тоже он кайфово стоит. Телефон лежит отлично. Кнопочки. Доступ ко всем кнопочкам есть. Питание тоже есть. Яблоко видно. Разъем есть. Микрофон есть. Динамики есть. Все супер. Ну, а в плане защиты, обращайтесь с аппаратом аккуратненько. В чехле, без чехла. В общем, чехол замечательный, телефон прекрасный, подарок отличный. Спасибо за внимание, с наступившим Новым годом, всего хорошего.